Ничего себе. Ну вот и Доник пришел. Доник, говорят, ты решил стать миллионером, да? Доник, слышишь? Мне кажется, из говно попасть. Как тебе это в голову пришло, а? Не подскажешь? Во, наушники, правильно, лучше молчать в этот раз. Что там, нормально все с тобой? Да мне нормально, у тебя нормально. Как? Как дела вообще? Слушай, Леша, скажи, да, пожалуйста, а как ты так навалистом оказался? Политическим? Кем? Навалистом. Это откуда у тебя такая информация? Ну, политический, это же политический у нас. У тебя откуда такая информация? Ты же политически заключенный. Ну, откуда информация? Я спрашиваю, ты слышишь вопрос, нет? Во-первых, не слышь, слышишь? Уважаемый. Уважаемый, слышишь вопрос? Слышу. Ты навалист? Ты что, против, нет, Путина? Нет. Против власти? Нет. Может, вы на улицу выйдете, там будет. Что ты взял? Вот, давайте. Все должны слушать ваши. Ну, давайте. Это, да, между обедом. Понебратство. Ну, дальше что? Хочешь знать. Доник, а как ты вот в театре играл? Вот? Да что дрожишь-то? Ну, я дрожишь вообще. Очень хочется мне тебе, знаешь, как... У тебя руки дрожат, Доник. Чего хочется? Давай, рассказывай. У тебя вспышка работает. Давай, рассказывай. Что рассказывай? Как ты оказался навалистом? Не знаю, откуда у тебя такая информация. Ну расскажи, как скажите, пойти... Скажите, а съемки в суде допускаются без разрешения судьи? Это не соответствует. Это не ко мне, это вот к нему. Нет, это я вызову, смотрю, направлю камеру. Доник, ты заблуждаешься. Ну расскажи, пожалуйста, как ты оказался навалистом? Да я говорю, заблуждаешь ты. Ну как так? В смысле? А на сайте политические заключенные, как ты оказался? Это у них спросили. Ну как так? Мне даже неизвестно это. Да неизвестно, да как же так? Да ты не дрожи, что ты дрожишь, что я не дрожу. Ты лучше расскажи, как ты собрался стать миллионером? Легко. Как? Ну, давай, ну ты же меня ударил? Нет. Не бил? Ни разу? Нет. Ну и хорошо. Ты, наверное, просто в обморок упал от того, что у тебя это... Ну, перегрелся ты. От злости. Вон, смотри, очки потеряешь. Чего ты так нервничаешь? У меня желание одно такое, знаешь, замечательное. Нет. Какое? Какое у тебя желание-то? Расскажи что-то, ну понятно. Поделись желаниями. А что за нами-то ходить? За нами-то не надо толкаться, а то сейчас толкну так, что... Не ходи по ногам, ты что делаешь-то? В смысле? Персонаж. Да я испугал. Давай аккуратней, веди себя. Культурно, по ногам ходит. Серьезно, да? Культурно? Да, элемент. А что будет? Да, а что будет, увидишь, что потом. Что будет? Ну что будет? Ну что будет? Увидишь. Ну, будет. Не будешь не культурно себя вести, подскажу. Пристав, подойди. Чтоб ты себя культурно вел. Можно понял, что будет? Человек. Понял, что будет? Что будет? Что ты бычишься? Подскажу, чтоб ты культурно вел. Ну что будет? Давай. Расскажи. Ну, все. Давай первый. Не культурно, вот вести. Сюда. Пожалуйста, там поговорите. Первая тебя будет жена, первая сюда. Уважаемые граждане. А можно, пожалуйста, его вывести вообще? Смотри, у него шишечка стала. Слышишь, у него шишка стала, Саша, он возбудился. Два элемента, блин, пришли. Уважаемые, не отступай на ноги и не толкай. Уважаемые граждане, пожалуйста, ведите себя культурно. Да, культурно. У вас суд пройдет, вы можете выйти на улицу и там разобраться, как... Слушайте, ну, первую камеру направил вот я не выполняю ваше распоряжение. Пожалуйста, человек имеет право снимать... В здании суда. Понятно, пусть снимают. Ну так просто зачастую. Хочу фиксирую, хочу нет. Доник, а ты в театре еще играешь в детском, нет? Доник. Слышь, персонаж. Элемент. Бородой. Пошел. Ты опять бегать будешь от меня. Вот так. Пожалуйста, а где седьмой, тот уже человек больной, он уже пришел, он страдает, он не понимает, что он хочет. А, в совещательный, ладно, ждем. Он снимает, он в общественном месте находится. Снимай, что хочет. И нас тоже можно снимать. Получается, они всех подряд заснимают, и нас, и... Не, девушка, это он будет снимать, я вас не напал. Кроме судебного заседания, пожалуйста, человек пришел, он имеет право снимать своих интересов. Да, конечно, у нас тут... Тем более элементы тут два ходят, непонятные. Пожалуйста, не провоцируйте. Персонажи. Граждане. Да это подождите своего заседания. Считаю нужным так разговаривать с ними, они так заслужили. Особенно вот этот бородач. Ну, тебя же привлекли к административке за хамство? Нет. Как нет? Да. Нет. Ну рассказывай, как нет. Ну по какой статье? По оскорблению. Кого? Тебя. А, сам себя? Иди. То есть меня привлекли за оскорбление себя же, да? Правильно? Ты что говоришь, набор слов, Донь? Все от злости, понимаешь?
Твоя злость тебя погубит. Знаешь, в чем проблема твоя? Так. Знаешь, в чем? Нет. Одна чем? Единственная проблема. Да, да. В чем? Ты... Да сижу я. Мне он шишка сточил опять. Ты провоцируешь. Да я не провоцирую. Ну, смотри, просто. Ты, да. Ну, рассказывай, что ты постоянно начинаешь и не заканчиваешь. А? Рассказывай, в чем проблема. Смотри, не разговаривай. С таким успехом у вас будет все это длиться бесконечно. Конечно. Я не понимаю просто, зачем. Я не знаю. Это никуда пускай. Просто. Не смотри, не разговаривай. Просто и все. Так, давай, что там да. еще интересно. Прошу привлечь Донни да. к ответственности за оскорбление ветерана ЛВОВ, за оскорбление меня по 5.6.1 КУАП, по 20.20.1 КУАП, за распространение клеветы. Так, это зачем ты? За отключение лингвистов. Да проходите, проходите, не волнуйтесь. Так, давай, позачитай. Сведения специалиста, преподаватель русского языка 20.11.22, это тебе тогда... А, вот, 21, 24. Давай. Так. Что же тебе пишут? А тебе пишут, что в соответствии с инструкцией рассмотрения, согласно проведена изложенная заявительным доводом, знаватель меры реагирования, результаты обращения уведомления, отказать Шамардину привлечение Тонника Александра Валерьевича к уголовной административной ответственности за оскорбление в отношении господина Шамардина возбудить административное правонарушение за оскорбление. Это раз. Давай читать дальше. Прокуратура Шамардина поступила обращение о совершении отношения него правонарушения, предусмотренное пунктом 1 статьи 5.6.1 КУАП, выражено оскорбление со стороны меня. Из материалов обращения Шамардина установлено, что Шамардин, находясь в здании суда, расположенном по эсне, в коридоре здания суда между Шамардиным возник конфликт. Изучив данное высказывание, Донника, главный специалист МВД Журихи, установила, что в отношении не содержится негативная оценка личности, а именно читать. Да, да, конечно, интересно. Пропущено. Читать? Все читай, конечно. Ты же зачем это начал читать? Читай. Ну, чтобы твои зрители узнали. Да, да, они знают. Все, отказать возбуждение административного правонарушения на основании отсутствия состава... Тебя они уже знают, вся страна тебя знает, Доник. Еще больше узнает, потому что судов много впереди. Конечно, все узнают, конечно. 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 Это же хорошо. Конечно. Ты станешь мега популярной личностью. Только вопрос в другом. Сядешь ты, дурак. Ты и так всем нравишься, ну, в кавычках. А будешь вообще больше нравиться. Ну, что дальше? Все? Закончится на этом самые плохие черты мои. Что ты зачитал-то? Ничего плохого нету в этом. Отказали, все уже знают. Ну, что дальше? Все? Закончились? В конце справа мужчина. Аргумент. А? Привет. Закончились, говорю, аргументы, Доник. Слышишь? Ты не пробовал еще? Ты по больницам любишь, да? Лежать иногда вот. Как там, вылечился? Нет, полностью. Все же здоров сейчас сегодня. А? Можешь подсказать? Так, что еще? Давай. Формацию еще. Только не дрожи, ладно? Вот опять в обморок упадешь. А ты с женой как? У тебя с женой проблемки есть? Это не твое дело. Ну как не мои проблемы? Да мои проблемы. Ты лезешь просто не в свое мне дело. Мне интересно, а жена, когда меня царапала, она как? Ты когда потом видео пересматривал, когда вы меня избивали всей семейкой, возбуждались? Вы реагировали? Так чему это за... Ну, я тебе хочу узнать, как какие у тебя... Тебя никто не сбивал, ты что-то путаешь. Ты в обмороке лежал в этот момент. Да, конечно. Да, ты ничего не помнишь. Как я не помню? А кто мне бил по голове? Не знаю, а кто тебе руку, как ты скажешь, прокусил? Кто тебе прокусил руку? Ты. Скажи, я когда? В момент, когда забрызгал баллоном. Я? Тебя? Да. А когда это было? Это было. Когда? Это было 29 сентября. Да ты не был такого. 2022 года. Да, видео есть, да. А? Это был дезодорант. Изъяли сотрудники. И тебя. Что изъяли? Дезодорант изъяли. Да, дезодорант изъяли. А. У меня другие сведения. И у меня другие сведения. Там указано, что это баллон был, и твои показания есть. Ага, мои показания? Да. Какие мои показания были? Что тебе, а что влили? Что ты подтвердил тот факт. Я? Да. У меня самозащита была. Ты напал на меня. Ты хотел меня убить. Так видео же есть, Донник. Ты и что? Что видео есть? Не в себе, что ли? Ты я подошел, себе. Залил баллона. Я ни хрена. Ну,
Снималось все с камеры, как ни хрена. Ты ж бредишь постоянно. У тебя, может, тогда это, что-то с головой случилось, когда ты потерял сознание. Доник, друзья, брызнул баллоном, поставил вторым рядом автомобиль. Вот он персонаж этот. Руку, значит, укусил. Вот рука в таком состоянии. Как собака кусок. Вот он персонаж этот. Ну а ты что хотел? А ты сядешь тоже у меня. Псих ты, Доник. Тебе лечиться надо. Наговариваешь что-то кучу каких-то. Там видео снято, Доник. Ты что, отрицаешь? Там факт видео, что ли? А? Элемент непонятный. Поклонник пингвина Вадика. Пожалуйста, не провоцируй. Да что он, поклонник пингвина Вадика? Ну а как его, как с ним разговаривать по-другому? Кто поклонник пингвина Вадик? А вот понятно, вот на заседании разберется как раз, кто поклонник пингвина. А вот люди должны знать. Если вы хотите это как бы в законном порядке сделать, тогда смысл всего этого разговора, я не понимаю. А я все по закону делаю. Вот и делаете. Просто вы немножко провоцируете человека. Я просто общаюсь с ним на его языке. Доник, ты что такой грузный? Сейчас стол перевернешь, цветок. Имей совесть. Ну ты добился чего-нибудь там, Доник? Нет, там заявление писал, нет? Че, почему никого не привлекли? Раз тебя все били там, в обморок ты падал. А? А где? Почему никто не привлечен к ответственности, Доник? Номер дела с ментом. Не подскажешь? Так, на ютубе давай посмотрим. А может там же... Че там? Я сейчас выйду туда, хорошо? Конечно, ради бога. Пошли. Не-не, ты стой здесь. Почему? Сейчас вернусь обратно. Да не, давай я тоже выйду. Не-не, я вернусь обратно. Ты вернешься? Конечно, но я с тобой схожу. Не-не-не, ты только стой. Почему? Здесь. Ты мне потом... запрещаешь? Да, я тебе выйти запрещаю. Выйти из здания суда? Да, вы подходи, пожалуйста. Да. То есть ты наложил запрет, я правильно понял? На выход из суда. Или что? А? Доник. Сейчас я... Тебе самому не смешно-то от себя, от своих действий, а? Пойдем, ладно. Я тоже выйду. Ладно, ты не против? Человек, может, надо позвонить? Да пусть звонит, я же ему не буду телефон-то лезть. Во. Доник, ну как ты докатился до такой жизни? Можешь рассказать, нет? А. Вот человека водишь с собой у какого-то. Один не можешь, да, поставить за себя? Вот нужен человек, чтобы ходил. Толкался. Вот зачем вы толкаетесь? А. Не, ну просто зачем это нужно делать? Просто, да понятно. А зачем? Некрасиво. Я что? Вам зла желаю, нет? Вам да, лично. Лично вы вам. Мне сказали, да. Че? Что я тебя уработал. Что вы ведете себя как элемент, да? Нет. А тут какой элемент, я не знаю. Элемент. Непонятный элемент. Непонятно. Да. Тут какой элемент, я не понимаю. А, не знаю, да? Но это не оскорбление, не элемент. Конкретизируйте, не знаю. Ну ладно. Но вы больше не толкайтесь, ладно, по ногам не ходите. Нет, вы же некрасиво сказали, просто. Вы же сказали, ты. Я же вам не хожу. А что вы на вычество разговариваете? А. Вы мне там. Ну вы же культурно уже стали ты разговаривать. Узнаешь. Вы же ведете себя культурно сейчас, правильно? Не толкайтесь. Когда не культурно, человек заслужен, он улица, хам. Улица широкая, там тесно просто. Когда поэтому... человек толкает, он хам, правильно? Вот я вас сейчас толкну. Я хамом буду. Хамом, конечно. Потому что оснований нет, правильно? Просто так подойти и толкнуть человека. Зачем? Да, так, давай, Доник, так смотрим. Это что? Скажи. Это не знаю. Ну это ты, Лёш. Это я? Так, да. И что там? Мочу я блили. Подкрашена вода была, Доник. Ты чё? На вкус. Неадекватно? Нет, просто. Ты же не был там. Ты придумал все. И Вадик твой придумает.
друг твой, тоже такой же неадекватный, как и ты. Ну, потому что нарушители крышуют. А ты нарушитель, Доник. Ты самый главный нарушитель, понял? Потому что ты нарушаешь. Стоян вторым рядом был привлечен к ответственности? Нет. Почему? Не был привлечен. Увели тебя от ответственности? А потому что привлекли твою жену. А, к ответственности. Да, она стояла на... По какой статье? Ну, это вопрос к твоей жене, не ко мне. А у тебя же ничего нет? То есть ты не знаешь, что ли? Я знаю. Просто придумал. Нет, ты же смотри, когда говоришь, что привлекли к ответственности, ты должен знать и статью, правильно же? А ты статью не говоришь, значит, не привлекли, значит, твои слова голословны. А вот тебя за второй ряд привлекли к ответственности. Значит, ты нарушитель, Доник. А постановление есть? Есть, конечно. У тебя же на руках. Покажи. Но мне сообщили в ответе так. Обманули? Обманули. Это, значит, я вас предупреждаю, что... А что они все обманывают-то, Доник? Все это ерунда. Вы это не... Это... Главное, не обнаружить. Ну, как Доник, не обращайте внимания, да и все. А доказать не можно, что это он обнаружил. Так, еще раз. Что там? Слышите, пожалуйста. Бля, дверь ломает. Опец. О, гля, закрылся в кабинете. Доник закрывается в кабинете судьи. Там же как это? Так, небольшая консультация. Кнопочку нажимает именно этот человек, а не для того, чтобы YouTube же не перестал. Ну вы попробуйте, может вы будете первым. Пожалуйста. Да, конечно. Так. Доник по всем кабинетам. Я решил у всех судей узнать, наверное. Почему нет заседания? Да нет, не торгуем. Ну, будете пробовать, нет, привлечь? Надо же 152.1. Ну, так мы же в этом, где? В судебном заседании по пытаетесь. Вашему моральному вреду, да, пытаемся. Ну, получается. Я не знаю, заседание. Будете пробовать, да? Заседания-то не было. Понял. Ну, надо пробовать, конечно. Все-таки 152.1 рабочая статья же, да? ЖК РФ. Согласны, нет? Конечно, рабочая. Особенно для неадекватов, да? Ну, как Доник, в смысле, вы-то... Не старайтесь быть похожим на него, ну зачем, вы же видите, весь мир смеется над ним, ну, будет еще над вами. Че, зачем это нужно? Вы читали комментарий, кто-то опубликовал видео, какой-то хороший человек снимал, наверное, может, пристав или кто-то, не знаете? Какой нет? Пристав? Ну, кто-то, вы судебный. Вы же и снимали. Да пристав ходил рядом. Да как пристав о. Ходил рядом? Вот это правильно, съемки, это хорошо. Съемка начинается с... С чего? Здания суда. Комментарий у нас сказал. Ага. И заканчивается. Ну и вы там комментируете все. Ваш же голос за кадром. Не знаю. Не знаю, хорошо. Установлено. Установлено. А перед этим же вы снимаете. Да? Есть заключение эксперта. Перед этим же вы себя снимаете, рассказываете, зачем вы. Я могу сейчас себя снимать. Отлично. Вот, смотрите. Вот. Я себя снимаю. У кого в руках камера тогда была? Друзья, нахожусь в здании суда. Интересно будет посмотреть на этот цирк всем. Доник хочет стать миллионером, новая игра. Снимаете вы, Алексей Шамардин? Давайте вот так вот. Так мы еще ни раз с вами не были. Вот так вот. Да в лицо только не тыкайте, зачем? Да не, не. Провокация. Вот. Не, в лицо. Я вот так. Я вот так. Доник, в лицо некрасиво тыкать. Зачем? Ты что, нарываешься на что-то? На Доник? Что? Не провокайся. На что нарываюсь? Ну, на неправомерные действия. Нет, скажи, пожалуйста, на какие правомерные действия? Неправомерные, говорю. Какие на неправомерные действия? Ну ты меня не спровоцируешь, ты же знаешь об этом прекрасно. Ты же вся твоя задача, это просто спровоцировать на неправомерные действия. Чтобы потом подать на миллион рублей и попытаться взыскать. Уважаемый, пожалуйста. Имейте терпение и относитесь друг к другу. Вот. Нормально. Все правильно, так и нужно. Ключевое друг к другу. Доник так не умеет. У него все дрожит, все свербит. Он ходит туда-сюда. Че ты ходишь туда-сюда? На одном месте не можешь посидеть просто спокойно. Интервью дал какой-нибудь. Есть еще что хорошего обо мне рассказать, нет? Кроме того, что ты не привлечен и там что-то еще политический какой-то. Ну, понятно. Ты на сайт сделал запрос, нет? Ты говоришь, на сайте на каком-то. А? Смотрите, телефончик опять. Сейчас еще что-то найдет. Страшное. Или все самое страшное ты уже нашел? Страшнее нету. Просто. А, уже 20 минут, Доник. В кадре, ничего себе. Класс.
Ну, расскажите, вот вы поддержите вообще действия Донника, вот как представитель? Можете подсказать? Какие действия? Ну, вот то, что он так ведет себя вот, некрасиво. Как ведет? Ну, оскорбляет ветерана, ерничает, пытается что-то оскорбить. Зафиксировано, установлено, что он оскорбляет ветерана? Устанавливается, проверка проводится. Когда будет установлено, тогда дам правовую оценку. А, вот так, вот, чисто юридическим языком будет. Пройти можно? Да, конечно. Вы снимаете все? Да, да, фиксируем. Не всех, а вот только двух персонажей. Один из которых элемент. Опять персонаж. А персонаж, это плохое слово. Ну, он же Доник в театре играл, он же персонаж. Он может называться? Провокационное, знаете, какое-то. С чего вы взяли? Что потому что? В моей системе. А в какой вашей системе? Координат, оно провокационное. А, координат. В своем мире живете? Конечно. А по закону как? По закону. Не, а по закону является это плохим словом персонаж? Не знаю, правовой оценки тоже не дают. Лингвистическое. Вы не можете дать, не в состоянии. Понял. Доник же персонажа можно назвать, он же в театре в детском играл, согласны? Играли вы в театре детском, Доник? Лепрекона или кого там люди говорят просто так, я не знаю сам. Карлика, может, какого, не? Кого-то играл, люди так говорят, Доник, я сам не знаю, не видел. Просто похож, поэтому, может, люди так и думают, не? Не знаю, с чего они взяли. Так, а вот скажите, вот так вот, телефон тыкать лицо, это вообще красиво? Вот в вашей системе координаты это допускается? Все, слова закончились. Когда слова заканчиваются, начинается молчание. Че, Донник, ты узнал, когда суд? Не хотят, наверное, начинать в суде просто. Потому что, наверное, прочитала иск и смеется до сих пор. Ну, узнал, скоро будет, нет, хоть а то не терпится. Знаете, сколько впереди судов, какая красота, Доник, ты чего подавай? Просто чем больше, тем лучше, ты же, представляешь, все это вот видео будет, наверное, достоянием общественности, скорее всего, может быть. Если редакция опубликует. Все? Да, все. Затих? Ну ладно, затих, тогда сиди пока. Все, да? Нечего сказать пока. В суде все, да, будет сказано. Ну ладно, в суде тогда скажет. Я всегда с собой беру видеокамеру. Вы тоже, да? Правильно, так и нужно. Иногда, особенно когда вот такие донники ходят, всегда берите. Интересно, да? Телефон хотели там снимать. Тоже правильно. Так что, нас чуть не убили там. А, во, эти. Вот, опасно, да? Правильно. Ага. Хуже оружие камера. Хуже оружие, да. Потому что лица настоящие показывают людей всех. И действия, да, запечатляют. Я встал грубо, я не хочу, чтобы меня снимали. Все никто не снимает. Хотя это незаконно, да, запреты? Я знаю. Для этого общественное место. Если не хотите жить в Российской Федерации, кому-то не нравится, чемодан, вокзал, езжайте в другую страну, где нельзя снимать. Они прикипели, а здесь можно в Российской Федерации, даже нужно. Да. Доник, а ты, наверное, это пересмотрел игру «Кто хочет стать миллионером», да? А? Кто твой там любимый участник-то? Подскажешь? Шамардин. А, я бы не участвовал. Гоблин, это ты, люди так говорят. Ты что, нет, забыл? Шамардин, потом Гоблин, потом идет... А, Шамардин, потом Гоблин. А люди говорят... Лум еще. Горе, люди говорят, знаешь что? Что ты карлик. Да и что? Можно потише? И этот, как его... Ну, кто еще? Лепрекон. О, классно. Это так люди говорят. Люди говорят. А люди говорят, что у кого-то что-то было нехорошее. Что кур дают? Нет, что-то другое так было. Так уже все, видишь, отказали тебе во всем. Ох, какой классный ты. Отказали, политический ты наш. Ты в театре играешь еще, нет? Ты политический у нас? Ты хорошо. Скажи, в театре, тебе нормально играть. Против власти? Я не против власти. Ты поддержишь СВО?
Я на этот вопрос отвечать не буду, потому что он политический. Ты на политические вопросы я не отвечаю. Почему ты не поддерживаешь свою страну? Потому что я на провокации твои не отвечаю. На политические почему вопросы. Ты не поддерживаешь войну? Я поддерживаю страну. Страну во всем. Поддерживаешь, да. Во всем поддерживаешь. Очень люблю и навожу в ней порядок. И в городе Воронеже очень как много мест. В городе Воронеже рассказать? Ну расскажи. Ленинский проспект 172. И что там сделал? Реконструкцию. По улице молодец. Свободы, по всей реконструкцию добился. Молодец. По улице Платонова реконструкцию добился. А чего все улицы? Чего? Смотри, раньше был бардак. Какой? Люди парковались на тротуарах. Плохо. Где ты сейчас припарковался? Плохо, да? Вот, дальше. А где ты сейчас припарковался? Это что касаемо этих трех мест. На Матросово. Где ты припарковался сейчас? На Матросово. Я расскажу, что на Матросово я добился напротив авиационного училища. На Матросово. Сначала парковки организовали. Ой, молодец, и тротуар сделали. А на всем протяжении Матросова. Про 11 эпизодов. Зачем прекращено дело. Не прекращено. Прекращено. Не прекращено. Ну покажи. У меня есть приговор твой, в котором указано о том, откуда у тебя может быть мой приговор? От на сайте Ленинского. Там прекращено. Не прекращено. Да. Ну как не прекращено? Ну не прекращено. Хорошо, какая ответственность, я понял. В связи срока истечения, срока привлечения к уголовной ответственности. И что дальше? Но ты установил возможное отношение к тебе. Ты установил возможное отношение к тебе. Ты установил возможное отношение к тебе. Все 11 эпизодов. Что-то заплетается у тебя. Нет, ничего не установлено. Не устанавливается факт, когда истек срок. В суде запись была разрешена, Донник. Судья разрешила запись. Все записано, понимаешь, от начала до конца. И тебе врать видео не позволит, потому что все доказано, как там сотрудники полиции тряслись за то, что они врали. Понял, Донник? И они признали, что это они виноваты во всем. Прям признание есть сотрудник полиции. Вот, записано на видеокамеру. Когда-то редакция опубликует это все дело. Так же, как и фабрикация вот эта наглая, про которую Донник врал. Не знает просто, что 4-й Конституционный суд отменил. Поэтому врет. Все врет. Ну, я понял. Товарищ, про меня. Донник. Я в суде, вот Шамаргизон, да, да. С видеокамеры снимает меня. Бегаешь ты от меня, а я за тобой хожу спокойно. Тебя фиксирую, задаю вопросы, на которые ты не можешь ответить. Ох, Донник, Донник, когда ж ты поумнеешь? Когда же у тебя хоть чуть-чуть появится ума, а? Хоть повзрослел бы, а то нам на родине понятно, в Челябинской области, кстати, там холодно, конечно, ну, в городе Златоусте, но там это рабочий такой поселок, там рабочий Златоуст, там северная закалка уральская, гора Уренгой, да? Доник, что ты врешь-то все? Ты мне расскажи, зачем ты соврал судье? Зачем ты соврал про 158-ю? Для чего это делается? Ты же прекрасно знаешь, что результат. А ты врешь. А? Ты же знаешь результат. Четвертый конституционный суд. Ты не явился три раза. Зачем ты врешь? А почему ты в суд не явился? На какой суд? Да это не твоя забота. Ты кто? Прокурор, что ли? Да. А? Какой район? Левобережного. А, ну да там прокурор Левобережного вообще там странно себя вел на суде. Так, Донник, ну почему ты соврал судье? Ты мне расскажи, почему ты врешь в наглую? Ты, не смущает тебя вранье вообще твое? Над тобой же люди смеются, это же всему миру известна история эта. Всему. Какому? Страны? Земному шару. Земля. Земному шару. Ты на Земле живешь или на другой планете? Я не знаю, где я живу. Ну вот, ну, ты разберись. Вот твой представитель живет в своей системе координат, он сказал. Ты вообще не знаешь, где живешь. Ты разберись, где ты живешь, что на земном шаре надо соблюдать закон. Не надо подходить ко мне близко, провоцировать. Доник. Все, идем. Доник, тебя нельзя трогать. Ты вообще тронешь, вот так прикоснешь, ты сразу заявление побежишь писать. Ну, Доник, что ж такое? Что за человек? Доник, ты молодец, вот тоже пристегнулся. Это заслужит уважения. Все, давай, не нарушай больше, слышь? Доник, давай. Ого, через сплошную, ничего себе. Все, говори. Вот это да, уважение заслужит. Через сплошную развернулся. Вот это, Доник, наглый.
Хорошо зафиксировал. У суда, у здания, друзья. Районного. Сегодня 17 июня 2024 года.